Эй! Эй! Так кто ты? Я проснулся сегодня в госпитале, у меня галлюцинации. Эй! У тебя плохие новости. Они заражены! Чем? Отец? Чем заражены? Я не понимаю, что происходит. Крови. Что-то в их крови. Заходи! Урок первый. Ты ни за что не пойдешь в одиночку куда-нибудь. Лишь тогда, когда у тебя не будет иного выбора. Урок второй. Идти лишь при дневном свете. И лишь тогда, когда у тебя не будет иного выбора. Это действительно плохая идея. Знаете почему? Потому что это действительно плохая идея. Нам нужно уходить сейчас же. Могут прийти еще зараженные. Так всегда. Они мертвы. И ты будешь следующим.